Ребята, у ZXE-курса, да, есть очень важное объявление. Слушать прямо сейчас всем. Пацаны, когда еще будет такой момент, когда ты раскидываешь клипы под пивасами, лутаешь за это кэш? Бля, звучит как прикол, но серьезно, у моих кентов с Epic Loot вышел новый режим Mid Battle. Играть можно или за SF, или за Бару, но за Бару я вам играть запрещаю. Короче, тупо попал Кайлом и забрал скины Кейсы или даже Арканы. Играть можно раз в час и бесплатно. Я объявляю войну под пивасом, в том числе Серёге! Диппин снял ТикТок под твой трек. А мне в рекомендации попадалось. Это правда. Это не обман. Ну, давайте ТикТок посмотрим. Все, смотрим ТикТок. Вот такая вот у меня фан-база. Непосредственно. Алло. Да. С каких пор я начал зевать по дороге домой с игры. Ну, это про меня. Я просто хотел встретить соперника, против которого смогу играть изо всех сил. Это про меня. Это я. Почему Дору любят 30-летние? Кьют рока не существует, по своей форме ее музыка Максима Ранетки в одном лице. Мотивы старые, просто это приправлено современным сленгом. Она всегда наравне со слушателем, без взгляда сверху. Говорит о земных вещах, понятных каждому. Комплексы, стеснительность, ошибки в отношениях. Был бы кринги, если бы на заводах мужики слушали, как Егор Крид купил Ламбу у Рус. Есть мнение, что Дора повышает эффективность работы угольных шахт. От себя... Да, вот этот чел такой кринжовый. Вот этот чел такой кринжовый пиздец. Почему у женщин шампуни описываются как бархатная кожа, запах фиалки, попка младенца и так далее? А у мужиков свежесть викинга, белые ходоки, клинок, рассекающий демонов, адское пламя, шкура мамонта. Я вот с детства дракошей пользуюсь, или Джонсонс Бэйби не щипит глазки. А когда шампунь кончается, я туда воды наливаю, чтоб еще на пару раз хватило. Не, ну а че, рабочая схема. Так вы не шарите, блять, на компьютере другие рекомендации, чем на телефоне, у меня норм, реки. Вы думаете, я это... Что вы сделали по правилам? Это я повлиял на это. Спорим, ты не знал, как правильно кушать хачапури. Давай я тебе покажу. Давай. Сначала отрываем так называемый хвостик. Размазываем яйцо. Ян, пожалуйста. Привет. Я, кстати, смотрел этот фильм «Таксист» 1976. Но фильм только под конец пиздатый стал. Очень много душных моментов. Может, я такой просто нетерпеливый, я не знаю. Первый час очень долго шел мне. Но я его через силу досматривал. Ну, концовка неплохая. Раз, два, три, четыре. Ладно, что за хуйня? О, это вы. А чё у меня баскетбол круто? Какое среднее имя у Гарри? Блин. Ну да, слишком много чего-то. Не вас... Да дохуя! Да блять, да... Не понимаю, зачем люди берут дорогие велики? Я вон на своем аисте летаю, как угорелый. Правда... Пиздата. Не верю. Эти за хуйня. Бля. С днем рождения! Я когда вы... Что-то неведомое зависло над Москвой. Странная черная опухоль в виде конца появилась после... Бля, вы заметили? Че, Рейза вообще нету в этих. Рейза вообще нету
в этих, в рекомендациях. Потому что добрый этот трек вышел новый. Ну опять я тут. Вы понимаете, что я везде? Да даже тут. Между нами километры, бэби, замелон, грусть. Я стою на... Пиздец. Краю крыши, смотрю на твой фон. Я не хочу тебя любить, но ты опять даешь мне пол. Я не могу снова устать, хвал, две пачки. Че, мне руку пора отрезать? Алло, да. Ты достиг предела, хватит шутить. Мой проигрыш невозможен. Бля, вы заметили, как баскетбол кринжовый РЛ выглядит? Это пиздец. Пиздец, ну прикиньте, вы играете в баскетбол РЛ. Еще и хуй сосете. Это же вообще пиздец кринж. Да алло. Кто за... Слушай, может... Да блядь, да что это? Да хватит. Будет у меня что-то другое. Может опять надо нажать? Ну ебать, добрый вечер, сиськи привет. На месте, сиськи а на вот месте. Губы Лизы ЛПшки нет. Сиськи на месте, вот так вот. Ну да, футбола мне не хватает. Твоя мама и собака живут в нашем доме на Истре. Что это, блядь? Машину, значит, ты куда... А, алло. Алло. Я просто тиктоки смотрел. А, и как? Хочешь, я дам курблю? Пиздец. Ну ты сказал, пообщайся, вот я общаюсь. А самый крутой тикток видел? Так, блядь, лайков много. Ты лайк, тебя тихо слышно, погромче сделай. Алло. Уебать, алло, скажи что-то. Раз. Отлично. Пи-пи-пи. Ты кто тебя смотришь? Да я так, знаешь, расслабиться. Ни одного, кстати, а только... Да ты напрягался, чтобы расслабляться? Немного, я в CSGO игру выиграл челом. Не попалось ни одного видео с Метаморфозис. Кстати. Ну это странно. Казалось бы, там всего, там уже 100 клипов и ни одного видоса не попало. Поцеловал бы ее в губы. Кого? Эту девушку. Блять, я альтабнулся. У меня твой стрим открыт в Хроме, и там был видос, какая-то девочка маленькая, я потом альтабаюсь в Дискорд и спрашиваю, что эту хуйню, и думаю, что за бред. Ну вот. Типа, ты что за бред? Поцеловал бы ее? Нет. Хочешь зарабатывать 100 тысяч долларов? Он... Ну, если бы ты сказал да, ты знаешь продолжение, да? Да я стесняюсь. Ну, типа, я бы сказал, ну, типа, я бы всех целовал. Я бы сказал, что он охуи сосет. М? Я бы сказал, что он охуи сосет. И ты бы такой, блин, правда. Надеюсь. Это же сразу комбо. Можно сразу галочки несколько поставить. Ну, тоже верно. Что думаешь по поводу этого? Я в охуи. Извиняюсь, пью кофе. Латте? На кокосовом молоке. Ооо, такое мы любим. Это типа смешно должно быть, да? Бля, ты любишь хачапури? Я обожаю хачапури. Я не знаю, мне почему-то слишком сырное какое-то, как будто, не знаю. Скільки коштує життя в Варшаві? О, тихо. Якщо ми говоримо про Київ, я витрачав на сім'ю приблизно 5 тисяч доларів на місяць. Охуєть, 5 тисяч баксів в місяць чел тратить. Ібать, скільки таких челів, які стоять на фоні якоїсь тачки і розказують про якісь мільйони? А мені кажуть, вони всі бідні. Думаєш? Ну і так, туди-сюди. Якщо ми говоримо про Варшаву, то це сума. Я не знаю. Вони як будто з листочка текст читають на відос. 8 тисяч доларів, тому що навіть житло тут коштує 4 тисячі. 4300 баксів нахуй. Насправді тут дорожче. Звичайно, якщо ми говоримо... Що за хуйня? Нормально. Да сука, не скипай. Да тут хуйня какая-то. Дид красивый мужской. Тут их миллион. О. Во. И чё? Чё думаешь по поводу этого? Слабо. Слабо. Как для 16-го дня слабо, как будто.
Ну, можно было и постараться получше, тоже верно. Baby, baby, твои глаза, твои... Бата, сака, 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 ты не те прокупаться, элити, бата... Ясно. И че? Я, кстати, только сегодня мусор вынес. Две недели собирался и вынес. Даже больше месяц поедет. Шаришь же про этого чела? А, да, который педофил, да. Который вот это... Педофил, осуждаю. Блин. Да. Его или меня? Ну, осуждаю. Про... О том, о ком ты говоришь. А. Ты писюн помыл? Нет, папуля. Пи-е-ц. Смотри, а ты, у тебя комменты скрыты? Нет, вот комменты. Посмотри, первый. Бля, блядь. Тут ей 5, а сейчас будет 12. Видимо, нет. Не... Было 5, стало 10. Подштанники, и что тут такого? Пиздец. А, так да. Она даже не подписана на тебя. Чувак, надо на будущее думать. Самое интересное то, что она даже не подписана, да? Ой-ой-ой. А что там? Это будущее. Блять, что это за мода? Какие-то бамбуковые трубочки, которые, блять, 5 минут в теплой этой, в теплом кофе просто растворяются и становятся как бумажка. Это экология. Ну, наверное. Что думаешь? А я не знаю, что там пишет, я не успел прочитать. Я как будто читал, но не понимал смысла. Когда ты трезвая, сверху на нем. На ком? На мне. Бля, что может быть хуже таких видосов от... ну, в такой тематике видосов от... скажем так. Ну, ты понял. Твои закупки бы не ушли, а не выходи. Блять, что мы делаем со своей жизнью? Да, что-то. Сука! Ты либо смотришь, либо. Да, я ищу что-то нормальное в плане, то, что можно посмотреть. Ну вот. А. Ну вот это что ли смотреть хочешь? Да, вообще не понимаю этого мема. Ну, типа, Бэтмен борется со злом. А. Дебил. Пикабубуши до Хэллоуин. Фулио. Я постоянно... Не пьется кофе. Проебали. Уничтожить. Если вам рекомендую... Что это, блядь? Блядь, хватит удивляться. Как будто ты не смотришь эту хуйню по 6 часов в день, блядь. Реально так удивляешься, как будто первый раз в ТикТок зашел. Ну перед ребятами не как-то, знаешь, неловко. Ну хочется показаться, как будто ты такой, блин, что это за кринж? Сидит, смотрит, блядь, угорается этой хуйни. Да нет. Да я люблю сосач. Да типа. Да я показывал то, что я лайкаю. Ну, в плане, там ничего нового нет. Я ничего не лайкал в последнее время. Надеюсь. Ну, мне интересно, что ты лайкал. Лайкнул ли ты какой-то самый крутой видос в ТикТоке на данный момент? Подожди. Лайкнул ли я какой-то самый крутой видос?
Блять, ты с телефона заебать, ты чмо. Нет, в смысле, я ничего не делал. Я знаю все твои движения наперед на 20 ходов. Потому что ты читаешься. Ой, блять. Подожди, я че лайк не зачитался? То мне там стоит лайк, честно. Вот так вот. Да лол, стоял, убрался нахуй, я серьезно говорю. Видишь, его тут нет. Деньги нет. Платить за продвижение трека, это да мы... Да смотри, его тут нет, видишь, я поставил, его нет. Я ставлю, его нет. Видишь? Я запретил тебе лайкать. А, ну все, а что ты на меня пиздишь? Я вроде тебя в чат скинул, кстати. Так я бы не смог на твой аккаунт зайти. Ключи с лайком. Посмотри этот видос, это реально прикольный видос. Нравится? Машина. У тебя никогда такой не будет. А я знаю. У меня никогда ничего не будет. Бать прикольно, да? Нет. И чё? Пиздец, просто... Просто красивая женщина, и все, и ничего не делает, и лайки получает. Вот это просто красивый мужчина тоже лайки не что получил. А, ну все, тут уже все видели. Да я ничего не лайкал, ничего, не говорю. Да нечего лайкать! В тихо. Эй! Что? А, я думал, это лайкнутый, и до сих пор смотришь, и вот это, типа, первое слово. У меня нихуя нет нормального. И, конечно же, классика жанра. Чай вместо са... У меня одного в классе был пацан, который на физру в футболке Роналду приходит и на пробежке со всей силы бежит, как угорелый, и потом выдыхается на втором кругу. Думает, что дофига футболист, но футболист из него, как из меня, борец. Футбик на физре – это лучший момент в школе. Потом, после матча в раздевалке, Жигулевска с пацанами... Это Жига. Ну, кстати, да. Оценю видео под... Реально. А ну-ка. А там по звуку надо найти, да? Ну, это хуйня какая-то. А ты там главный фанат снял? А, или ты не комментировал никак? Бля, где оригинальный звук? А тут нету даже оригинального звука. Ну да, какая-то хуйня багнутая. Короче, я не знаю. Лакумы. Лакумы не оригинальный звук стоит. Смотри, как ты метаморфозис написал, блядь, пьянь. Через F. Там что я через ПХ и пишешь. Может, из этого. На, 100 тысяч лайков, хавай, блядь. И что это? И ни одного слова про крутой трек, ни одного слова. И в комментах тоже ни одного слова не будет. Классно, двигаешься. Ну, сейчас тренд под куртки 2.0 запустят. Бро, о, и кто лучше? И кто лучше? Почему у бро, второго меньше лайков? Я не знаю, но видишь, лайки мне не кажется, ставятся. Я больше на... А может я... потому, мне... что... потому что лайки не ставятся? Видишь? Мне кажется, я больше над видео старался, чем он. Возможно. А меня залагало. Он что-то там в пейнте себе нарисовал, какую-то стрелочку, блядь, думает, что это. Так ты мне что, реально заблочил или что? У меня твои видосы нету. Да я хз. Может, нельзя тем, кто трек придумал, типа, лайкать свои звуки, чтобы не обузить фактив. Смурф-система, так сказать. Да, блядь, что это? Хоть хую придумала. Да я шучу. Или нет. Хуй его знает. А будет что-то интересное? Это я со второго аккаунта снимаю. А, да. Реально? Ну, конечно, чтобы быстрее. Да тут нихуя нет интересного. Прокомментируешь? Автор фактит.
Короче, ничего интересного, идем играть в CSGO. Бля, лучше бы итоги смотрели.